протоиерей Александр Агейкин умер в московской клинике после госпитализации с COVID-19. Священнослужителю было 48 лет. Представители Русской Православной Церкви сообщили о первой смерти в рядах московских служителей. Жертвой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей пневмонию COVID-19, стал настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Врачи больницы в Лапино не смогли спасти Александра Агейкина. Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин. Господь да упокоит душу новопреставленного в селениях праведных и сотворит ему вечную память, сообщил на официальном сайте Русской Православной Церкви. Представители церкви попросили верующих помолиться об упокоении усопшего отца Александра. Они подтвердили, что у священника был положительный тест на коронавирус. Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. 48 лет. Он был доброй души человек. Жаль его. Упокой, Господи, его душу, написал бывший редактор журнала Московской патриархии Сергей Чапнин на своей странице в Facebook. Протоиерей Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. В 2000-2013 годах служил в храме Христа Спасителя. Указом святейшего патриарха Кирилла от 24 марта 2013 года был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы. Общее число заразившихся опасной инфекцией в стране достигло 52 763 человек. Из них скончались 456 пациентов. В столице умер 59-летний режиссер сериала «Карпов» Иван Щеголев. Смерть наступила в результате осложнений из-за COVID-19. Глава Сбербанка сообщил, когда в России наступит пик заболеваемости.